Всем привет-привет! Сегодня я снова хочу вам показать распаковочку консультанта. И сегодня будет необычный заказ, а именно то, что я всегда говорю, что очень многие думают, что у компании Faberlic только косметика и парфюмерия. Как всегда снимаю во время поставочки, прерывают. Итак, хочу именно показать заказ консультанта, где не то, что все считают Faberlic, косметика, парфюмерия и так далее. Здесь именно то, на что все не обращают внимания, а именно аксессуары для хозяйки. И вот просто не могу не показать. Целая коробка пришла бизнес-аксессуаров. Смотрите. Итак. С косметики для дома здесь у нас только универсальное средство. Далее маленький заказик. Помады, пенка и бальзам для волос. Как говорится, это я вам показывать не буду. А вот хочу показать именно бизнес-аксессуары. Вот, кстати, кто взял вот эту салфетку, просто не все еще попробовали. Это салфетка для уборки со скрабирующей сеткой. То есть именно такая, что нужно потереть. Помним, что всеми нашими салфеточками мы пользуемся без ничего. Только намочили водой и все. Артикул 910-401. Дальше. То, что я недавно показывала, обязательно прикреплю здесь еще. Это у нас набор для консервирования. Вот приобретите все. Купите маме, подруге, сестре. Подарите им. Они бывают у нас очень редко. Пока есть 91-00-59. Дальше все аксессуарчики для кухни. Помним, что здесь очень классное качество, очень хороший силикон, нейлон. Он не раз, как вам сказать, кончики очень хорошо гнутся, есть на что повесить, не расплавляется, очень удобно брать. Это большая лопатка, артикул 910042. Дальше маленькая лопатка 910043. Все коричневые. Дальше вот такая вот ложка. Артикул 910047. Дальше вот такой вот половничок. Артикул 910045. Многие скажут: ой, у меня есть немного. Я, например, тоже не обращала внимания, у меня тоже есть, но мне одна консультант подсказала, говорит, это идеальный половничок для того, для тех, кто делает закатки, чтобы заливать, допустим, варенье, компоты, там еще что-нибудь именно в банку. Поэтому обратите на них внимание. 910045. Дальше. Щипцы у меня такие есть, очень класснючие. 910048. Это кухонные щипцы. Дальше для любителей рыбы. Опять же, бывают редко, как говорится, но метко. Это у нас огромная вот такая вот разделочная доска для рыбы. Артикул 910-235. Очень крутая. Здесь на пункте выдачи их заказывали много. Но так как это заказ, не буду распаковывать. Значит, смотрите, видите, двигается, получается, пристегиваем хвост рыбы. И затем здесь вот такая вот торчащая поверхность, чтобы она не скользила. И любая рыбешка отлично помещается. Ну и, кстати, здесь с другой стороны липучки на стол. И вообще, чтобы было все красивенько, все чистенько, берут скребок для очистки рыбы. Вот, чистим. Здесь идет такой вот контейнер, куда вся лузга падает. Затем открыли, выбросили, и все. Артикул 910-234. Обращаю ваше внимание, это все заказ одного человека. Ну и последнее, что здесь есть, это терка универсальная, которая, видите, она когда раскладывается, становится такая здоровая. 5 насадок. Опять же, видео я на нее снимала, обязательно прикреплю здесь. И такая маленькая, если ее сложить. Вот все составы,
размерчик, артикул 91 0010. И вот сейчас просто специально хочу вам показать, сколько за все заплатил консультант. 138 рублей 70 копеек за весь вот этот огромный заказ различных аксессуарчиков. Вот вы видите, последняя цена своя, предпоследняя цена каталога, поэтому обращаю ваше внимание, очень выгодно покупать все самим, никому не переплачивая. И участвовать во всех акциях, распродажах, и так как вы новичок, еще и собирать подарочки. Так что у кого нет личного кабинета, под этим видео заполняем анкету.